Если весь город собирается в одном месте для того, чтобы опустошить магазины и весело отдохнуть, это значит, что где-то проходит ночь шопинга. Минувшие выходные мероприятие устроил шопинг-центр Европа на Московской площади. Атмосферу субботнего вечера создавали живые статуи, конкурсы, яркое шоу-программа и именитые гости. Заряженные отличным настроением посетители шопинг-центра вдоволь пользовались огромными скидками, что по-настоящему важно в условиях кризиса. Все отлично, атмосфера праздничная, просто супер все. Отлично, отлично, замечательно. Очень много скидок, очень много интересных магазинов. Приятный комплекс, развлекательный, веселый. Очень комфортно, уютно. Если будут чаще устраивать такие ночи, будет гораздо лучше. Здесь круто, здесь много скидок, вообще вещи все хорошие, мне очень понравилось. Особенно сегодня. Все очень классно, все очень здорово, большие скидки, хорошие магазины. Хорошие люди здесь встречаются, я доволен. Знаете, я первый раз вижу столько улыбок, снимаю людей, они все счастливы, ходят по очень красивому торговому центру. И мне самому, как фотограф, очень приятно фотографировать в таком интерьере таких красивых людей. Для гостей города это очень привлекательно, это все очень интересно. И чем больше будет таких мероприятий, тем будет лучше. Все замечательно, все просто супер, приходите все. На каждом из 4 этажей Европы покупали, радовались, веселились и улыбались. Огромный выбор магазинов, новые коллекции и при этом нереальные скидки сделали выходные курян не просто запоминающимися, но еще и очень выгодными. Куряне умеют проводить время с пользой и днем, и ночью, а шопинг становится в радость, когда все, что тебе нравится, доступно. Кристина Елисеева, Сергей Сергеев, специально для Курск ТВ.ру.